Всем привет, я Алексей Стафеев, родился в Комсомольске-на-Амуре, долгое время жил на Японском море в городе Владивосток и со временем переехал сюда. Занимаюсь татуировкой с 2009 года, на профессиональный уровень я вышел в 2013 году, как пришел работать в нашу студию. Ушел, значит, в японскую татуировку, потому что, на мой взгляд, японская татуировка – это лучший формат для татуировки. Лично мне нравятся большие форматы, и чаще всего это какие-то сюжеты, связанные с водой. Просто мне нравится Японское море, я его очень люблю, и поэтому я часто беру Японское море за основу и делаю свои сюжеты. Я считаю, то, что вообще не важно, что рисовать, не важно где, главное, что ты должен постоянно работать. Ты должен постоянно рисовать, и рано или поздно все равно придет какой-то успех, и все равно появится какая-то своя манера рисования. Если вы не знаете и не можете найти какой-то сюжет для рисования, или совсем там отбились от японской тематики, то просто покопайтесь в старом, откройте старые гравюры, посмотрите, у них там все очень просто и круто делалось.